Яркая и современная постановка режиссера из Томска Александра Огарева. Премьера спектакля «Любовью не шутит» на сцене Воронежского театра драмы весьма необычна. Вряд ли можно было представить такое прочтение остросюжетной пьесы знаменитого французского поэта, прозаика и драматурга первой половины XIX века Альфреда де Мюссе. Но любовь и связанные с ней глубокие переживания и конфликты вечны. Какое время ни возьми, над чувствами не шутят. Что касается расхождения с оригинальным текстом, то оно лишь в имени главного героя. В пьесе его зовут не Фердинанд, а Пердикан. Итак, барон решает поженить сына Фердинанда на племяннице Камилле, оставившей по его настоянию монастырь. Но не тут-то было. Вы видели? Вы слышали? Я думал, что будет сладостная гармония. Но мне казалось, что я был на концерте, где скрипка играет плач сердца. А флейта играет «Да здравствует первый четвертый». Вообразите о том ужасном разноголосии, которое может составить такой дуэт. А между тем это происходит в моем сердце. Я признаюсь, я не могу порицать Камиллу, господин барон, потому что я считаю, что нет ничего неприличнее прогулок в лодке. Вы что? Вы серьезно так? Господин барон, молодая девушка, уважающая себя, не должна предаваться прихоти волн. Вам известно, что я хочу женить моего сына на моей племяннице. Таким образом... Приличия! Приличия запрещают браться за руль и не подобает покидать твердую почву наедине с молодым человеком. Вы серьезно? Нет. Вы серьезно так думаете? Да, вы вынуждаете меня. Я никогда не говорю подобных слов, но вы вынуждаете. Я не могу. Я вынужден сказать. Вы дура, Плюш! Вот что хочу вам сказать. Играет барона народный артист России Сергей Карпов. Даму Плюш – народная артистка России Елена Гладышева. Главная же роль молодого Фердинанда досталась перспективному и яркому актеру, который приехал работать в Воронежский театр драмы из Омска, Игорю Болдышеву. С составом режиссер попал в точку. Игорь блестяще справился с ролью, выплескивая неуемную энергию и держа в напряжении зрительный зал на протяжении всего спектакля. Прощай, Камилла! Возвращайся в свой монастырь. Когда ты будешь слушать эти отвратительные россказни монахи, отвечай то, что я тебе скажу. Все мужчины непостоянны. Обманщики, лживы, трусливы, чувственны, достойны презрения. Все женщины коварны, лукавы, развратны. Мир – это бездонная клака, где безобразнейшие гады ползают и горчатся на горах грязи. Но в этом мире есть нечто священное, нечто высокое. Это союз двух таких существ, столь несовершенных, столь ужасных. В любви часто бываешь обманут, часто бываешь несчастным, но ты любишь. И стоя на краю могилы, ты сможешь обернуться назад и сказать: «Да, да, я страдал, я не раз был обманут, но я любил и жил я!» Будто живая сцена, минимум декораций, белые тумбы, современная музыка и не совсем средневековые наряды актрис и актеров – все это сделало постановку действительно необычной, а для кого-то неоднозначной. Но бесспорно одно – премьера удалась. Воронежский зритель остался доволен. Замечательный спектакль, очень интересный, ярко-визуальное решение, прекрасные актерские работы. Смотреть одно удовольствие и вызывает очень сильный эмоциональный отклик. Я очень рад тому, что я оказался здесь сегодня, и я совершенно не жалею об этом замечательном вечере. А скажите, то, что используется современная музыка, вот привносится что-то свое, такое новое, как вам это?
Мне кажется, что это уместно, что это интересно, тонко, интересно и хорошо сделано. Это производит впечатление, это вызывает интерес у зрителя, отклик. Это замечательно. Я думаю, что эпоха, которая изображена автором, она и должна быть изображена на сцене. Или если это делается какая-то современная интерпретация, она должна быть тогда 100% современная. А в данной вещи мне не совсем понятно вот это вот смешение стилей, эпох и как бы разных проявлений видов искусства. Вот как-то вот я это не воспринимаю на самом деле. Очень нравится, много новых для меня эмоций. Я первый раз в театре, и мне пока что очень нравится игра актеров, эти эмоции непередаваемые. Просто мне нравится, одним словом. То, что звучит современная музыка, как вам такой ход? Вообще замечательно. И как-то у меня было немного другое представление о спектаклях. По телевизору я смотрела, а это что-то новенькое, это какой-то модерн, и это изюминка. Очень приятно, что вот в Воронеже такой спектакль. Как-то давно я ничего подобного не видела. Нравится. Здесь много задействовано молодых актеров. Как вам, как их они игра? Они великолепны. Пластичные, органичные, просто прелесть. Смотреть одно удовольствие, честно. Скажите, вы часто бываете в театре драмы? Как вам постановки этого театра? Ну, достаточно часто. На Платоновском фестивале мы используем как площадку просто театральную этот театр. А только что говорили о том, что последний спектакль мы посмотрели «Энциклопедию». И тоже очень понравился. И гости нашего города отметили вот качество новых спектаклей в воронежских театрах.